Олесь, скільки років ти вже за кермом? За кермом ще маю права. Давай. За кермом років 13, мені здається, так, щоб їздити, щоб ніхто мене не зловив, слава Богу, не зловив. Розкажу потім одну цікаву історію. Ось, а права маю з 19 років, це виходить, що 9 років. 9 років. 9 років, так. А я ось досі не маю прав і не знаю, як водити автівку. Тобто у нас такі, знаєте, зараз дві ситуації, два табори. Ось, і сьогодні у день національного, все ж таки, правильного водіння, ми будемо говорити про безпечне водіння, яке визначають в Канаді. Ми сьогодні в нашій ринковій студії будемо говорити також про те, як правильно себе поводити на дорогах і взагалі про всі ці нюанси нам сьогодні розкаже наша ранкова гостя. Її звати Ірина Мущинська, керівниця автошколи. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, я, значить, вкотре наголошую, я нічого в цьому не знаю. Для мене будуть більше питання, можливо, як отримати, на що звертати увагу, щоб отримати права. У Олесі будуть більш професійні запитання. Так, якщо вже беремо тему тебе спочатку, що потрібно знати людям, які хочуть здати на права, яка, можливо, підготовка потрібна і, можливо, щось їм... Бажання, яке потрібно мати. Якісь поради, можливо? Ну, как таковой подготовки для обучения в автошколе не требуется. Единственное, что вы должны быть готовы морально. Потому что автомобиль – это не только комфорт, оптимизация процессов, ускорение процессов. Это прежде всего ответственность. То есть вы управляете средством повышенной опасности. И, естественно, наличие автомобиля несет за собой какую-то ответственность и возлагает на вас какие-то обязательства. Угу. А ось дивіться, якщо я вже наважилася на те, що хочу здавати все ж таки всі необхідні іспити, що мені потрібно в першу чергу знати? Скільки триває навчання? Яку інформацію я маю отримати? Можливо, якась практика? Тобто, я це, знаєте, я так знаю з розповідей друзів, але більшість глядачів так само сидять і з чого розпочинати? Ну, во-первых, вам понадобиться мінімальний пакет документів, який нужен для регистрации на оформление для обучения. И, естественно, вы должны ориентироваться на сроки обучения. Полный курс длится 2-2,5 месяца, и теория, и практика. Но не стоит забывать, что документы об окончании автошколы действуют только 2 года. То есть после прохождения обучения в автошколе у вас есть 2 года приехать в МРЭО, сдать успешные экзамены в сервисном центре и получить права. Если вы за 2 года туда не явитесь, вам аннулюють документ об окончании автошколи. І тоді буде... Заново переобучення. Ого! А от так. А от дивіться, я ще чула, секундочку, про штраф. Якщо ось 2 роки, та ось оці... Це немножко другая історія, да. Дивіться, коли вже отримали водійське посвідчення. Да. А перечень документов, необходимых для обучения, он достаточно простой. Он практически есть у каждого из нас дома. Единственное, там есть медсправочка. Любой водитель знает, что это такое. Автомобильная медсправка форма 083 – это медкомиссия, которая делает заключение, есть ли возможность у человека, исходя из его здоровья, особенностей каких-то, управлять тем или иным транспортным средством. Дело в том, что есть диагнозы, которые не подпадают под управление транспортным средством, и они разные на разные категории. А какие самые диагнозы? Ну, я не медик, не буду умничать. Некоторые, конечно, знаю, помню, потому что я об этом рассказываю на лекциях. Дело в том, что вы должны помнить, что у вас разная ответственность. Б-категория подразумевает до 5 пассажиров в автомобиле. Это у вас ответственность, грубо говоря, за 5 человек. Если вы собрались сдавать на права на D-категорию, это перевозка пассажиров, это 17 плюс человек в машине. Микроавтобус, автобус, там перечень диагнозов, конечно, шире. Которые не подпадают. От ми говорили якраз про 2 роки, і Ангеліна спочатку трішки не розібралася в цей момент. 2 роки, коли ми отримали можливість отримати водійське посвідчення, тобто піти в МРЕО, і потім, коли ми вже отримуємо водійське посвідчення, є 2 роки, я б сказав би такого випробувального терміну. Да. Після цього ми вже отримуємо на 30 років, наскільки мені відомо. Поясніть дві різниці в ось цих фактах. Да, действительно, на данный момент первые права выдаются временные, там прямо в права вбивают циферки «диснес» до сроки. Водителю-новичку делается вот такой испытательный срок, и на протяжении этих 2 лет на него возлагаются 3 таких вот ограничения. Я могу их перечислить. Первое – это скоростное ограничение. Сколько максимум моей ехать? Водитель не имеет права превышать скоростной режим выше 70 км в час. Где бы он ни ехал, на чем бы он ни ехал и кем бы он ни был. 70 км в час
Його скорість 2 роки. А має право перевищити оці 20 кілометрів, які допустимі? Діло в тому, що вот эти плюс 20, которые работают на фото-видеофиксацию, это немножечко в додатках к ПДД, то есть об этом ни слова не сказано в самих правилах дорожного движения, но действительно есть такая система. Я на этот вопрос, на этот счет консультировалась с инспекторами дорожной полиции. И они сказали, что новичка это не работает. Угу. Но все равно, конечно, под фото-видеофиксацию камера просто не зафиксирует превышение менее чем на 20 км в час. Які є ще обмеження? Ви сказали, декілька є. Во-первых, скоростное ограничение. Во-вторых, водителю на первые 2 года дается возможность совершить безнаказанно не более 2 админнарушений. Это значит, что если ему на протяжении этих 2 лет будет выписан 3 и более штрафы, через 2 года он пойдет на переэкзаменовку. Ему придется переподтверждать водительское удостоверение и по теории, и по практике. А тоді, коли вже 2 роки пройшло и підтвердили, він отримує водійське посвідчення на 30 років чи знову на 2? На 30. Клас. Тобто, ну, краще... Цей момент я розібрав. Так, краще не потраплятися в таких ситуаціях. А ось, що найрозповсюдженіше роблять учні ваші, знаєте, отримали водійське посвідчення. І потім найрозповсюдженіші помилки, про які ви казали, не роби так і не роби цього, щоб я собі запам'ятала зараз. Вы понимаете, основная проблема водителя-новичка, дело в том, что как бы он ни учился в автошколе, как бы долго, хорошо и тщательно, в любом случае, когда он садится самостоятельно за руль, это совсем другая история. Когда он ездит с инструктором, половина ответственности все равно психологически он возлагает на помощника, учителя и так далее. Когда садишься за руль самостоятельно и понимаешь, что больше никто справа не подскажет, не поможет, не поддавит, не подкрутит, конечно, это другая история. Основная проблема новичка за рулем, это я своим ребяткам на занятиях рассказываю, не успеваю. Вы должны успевать все. Видеть, учитывать, предусматривать, крутить головой, принимать верные решения, исходя из увиденного. Водитель со стажем это все делает более быстро. А от я, знаєте, аж серце кров'ю обливається, коли я бачу, як ну, припарковані автівки в Києві дуже мало місця. Припаркувалися, забирають рейндж-ровер вишневого кольору, і я просто я бачу весь цей біль людини, яка підбігає. Можемо поговорити про ці місця, де дозволяється паркуватися, де ні, чому так виникає? Ну, вы понимаете, что парковка в Киеве – это вообще вопрос достаточно болезненный. Нас ограничивают. Я сейчас буду разговаривать, естественно, с точки зрения водителя, который пешком практически не ходит в силу профессиональной деятельности и в общем плане. Проблема парковки в Киеве, она просто колоссальна. Нас ограничивают со всех сторон, ставят делиниаторы, ограничители, вот эти полусферы. С одной стороны, они, конечно, правы. Машины стоят и на тротуарах, и как попало, и загораживают проезд. То есть действительно есть на это основание. Но с другой стороны, у нас очень слабо в то же время организовываются парковочные места. Вы понимаете, тот же самый центр. Но левый берег еще куда ни шло, а в центре. Одна парковка на весь центр, которая забита, которая... Я согласна заплатить за парковку. То есть я не буду на этом экономить. В конце концов, стоимость... парковки на час и забрать машину со штрафплощадки после эвакуатора, они несоизмеримы, эти цифры, понимаете? Но, с другой стороны, она либо забита, либо она не организована в принципе, я не успею пока найти парковку, где-то припарковаться по своим делам. То есть вот так вот. От є ще швидкісні обмеження. Наприклад, зараз на зимовий період забрали якісь 80 кілометрів на шосе, які дозволялися раніше у місті Києві. Можливо, якісь є ще певні швидкісні обмеження якраз на зимовий період, а можливо, які вже змінилися і ціломасштабно, я б сказав би. То, що стосується цих знаків, до 80 км в час скоростной режим в белом населенном пункте, где, по идее, 50. Да, они работают только в летний период, на зиму их, как правило, демонтируют. И опять же, нужно не забывать, что эти знаки устанавливаются на достаточно безопасных участках дороги, где отсутствуют пешеходные переходы, велодорожки в пересечении, где будет разделитель, то есть различные проезжие части. На зиму, конечно, это все забирают, потому что зимой совсем другой режим вождения. Снег выпал, скользко, у кого-то резина одна, у кого-то другая. Некоторые меняют резину с летней на зимней, едут, когда уже сугробы и очереди на шиномонтаж. А с другой стороны, любой, ну я не знаю, даже новичок-водитель после автошколы, он должен знать, что зимняя резина должна быть зимней.
У нее другие качества, у нее другие свойства. Она обеспечивает большее прилегание к мокрой поверхности, к скользкой поверхности. Переобувать колеса нужно при температуре плюс 10 градусов по Цельсию. То есть даже при температуре плюс 10 летняя резина уже меняет свои свойства по отношению к поверхності. Знаєте, існує такий, я бачу, Ангеліна така в шоці поки сидить. Мені ж взагалі про ці всі шини це відкриття. Знаєте, кажуть, що хочеш стати справжнім водієм, потрібно пережити зиму. Зимовий період – це досить такий небезпечний, і я б хотів би запитати, скільки потрібно водієві для того, щоб навчитися якісно їздити. Я б хочу назвати саме якісно, тому що є якісь певні маневри, які новачок може не зробити. Скільки треба пережити зим, можливо, скільки кілометрів проїхати, скільки потрібно досвіду? Діло в тому, що опит вождення, во-первых, він нарабатывается исключительно індивідуально. Это все очень индивидуально. Приходят люди одного возраста, одной гендерной принадлежности, с одинаковым образованием и учатся по-разному. Это все очень индивидуально. Опыт нарабатывается не временем, не зимами и даже не километражом. Понимаете, километраж можно накатать, выйти на трассу, надавить педальку и 10 тысяч туда, 10 тысяч обратно. Опыт он нарабатывается какой-то ситуативностью на дороге. А це у кожного по-своєму. Ну, просто, якщо я як студентка прийшла повчитися на водійське посвідчення, мені достатньо буде з цих курсів, чи мені бажано ще щось шукати, практикуватися? Опять же, це дуже індивідуальний вопрос. Діло в тому, що автошкола предоставляє несколько вариантов обучения именно по практической части. Теория у всех начитывается одинаково, в классе определенное количество теоретических часов, а практику учащийся может выбрать себе, исходя из трех вариантов, потом он может взять доп. Занятия, если ему мало. Это все решаемо. В любом случае, вы же сами должны понимать, если вы не умеете заезжать в гараж, нужно работать. Если вы теряетесь на незнакомой дороге, нужно работать. Если вам в темноте сложно, нужно работать. А тут ще такий момент, який я просто в голові колись прокручувала. Я з невеличкого взагалі сама міста. Київ, великий, його ось ці перехрестя, вони взагалі жахають інколи. А коли, наприклад, ти хочеш отримати водійське посвідчення, і є можливість, там, наприклад, чи в місті, де тобі так, розпочинаючи з маленького, з обережненьких там поворотів і невеличких перехрестя, чи краще вже брати велике місто і адаптуватися під нього? Ну, давайте будем справедливыми. Мы учимся там, где нам удобно. Естественно, если вы учились вождению в каком-то маленьком городе, Киев вас напугает, как минимум напугает. Медленнее. Когда мне каждый раз говорят, мне страшно, непонятно, другого совета, как медленнее, я дать не могу. Никогда не нужно забывать, что в городе нет минимального ограничения по скорости. Минимальное ограничение есть только на автомагистрали, по большому счету. Вы в правом ряду можете ехать с любой для вас комфортной скоростью. Но в правом, конечно, чтобы не мешать остальным участникам. Вот. Если вы не ориентируетесь, если вам страшно, едьте медленнее, чтобы вы успевали принимать решения. Если вы учились в Киеве, конечно, после Киева вам уже ничего не страшно. А если уже говорить про центр города, то тут уже все. Але я ще хочу заакцентувати на тому, що безпечно, на сьогодні національний тиждень розпочинається безпечне водіння в Канаді. І безпечне водіння, воно ж залежить не тільки від водіїв, а ще від пішоходів. Можливо, ви на своєму досвіді вже як водій зіштовхувалися з тим, що пішоходи порушують правила. Які це правила, зараз можемо звернутися до телеглядачів? Какие правила нарушают пешеходы? Ну, как заважают водиям, вы не знаете. Ну, я редко видела, чтобы они скакали на красный, но где попало, это сплошь и рядом. Ну, вот так вот. Ну, в конце концов, любой пешеход должен понимать, каким бы асом я ни была, каким бы я суперводителем, профессионалом ни была, у меня машина имеет какой-то вес. Мне нужно остановить 1,5 тонны. И за секунду я этого не сделаю. Даже если я вовремя увижу, даже если я правильно и быстро среагирую, у меня в любом случае все равно будет какой-то тормозной путь. Понимаете? Ей отпрыгнуть свои 50 килограмм намного быстрее и проще, чем мне остановить 1,5 тонны. Но в любом случае всегда нужно помнить большую часть ответственности на водителя. Поэтому водителю я могу дать совет только иначе, как быть внимательным, осторожным, не превышать скоростной режим и наблюдать за дорожной обстановкой. А пешеходам, ну, конечно, помнить, что я-то остановлюсь, а вот если ты приляжешь, то тут уже как бы будет больше проблем. Я имею в виду, если дойдет до ДТП непосредственно.
Я, якщо чесно, вам хочу подякувати за те, що я початківець в цьому взагалі. Це для мене відкриття. І мені вже не страшно. Тепер я знаю, що можна розпочинати з Києва, не поспішати і спокійненько все робити. Четвертий етаж. О, тепер ми знаємо, куди звернутися. Так, ми знаємо, куди можна прийти. Ірина, дайте, будь ласка, декілька порад для новачків і для от так само досвідчених водіїв, що потрібно знати і що потрібно не забувати. Знать, не забывать в принципе в плане вождения или... Так, так, так. Ну, вы же видишь, водяги. В принципе, это достаточно распространенный вопрос на последнем теоретическом занятии. Но вот что вы можете посоветовать нам напоследок? Вообще, успех на дороге состоит из трех частей. Естественно, знания соблюдения правил не последнюю роль играют. Никогда нельзя забывать про элементарное знание маршрута. Когда вы знаете, куда вам, и не отвлекаетесь, о, мне ж сюда в последний момент, не создаете резких перестроений. Когда вы ориентируетесь на дороге в пространстве, намного быстрее и проще происходит процесс и безопаснее. Ну и третий момент, это, конечно, осторожность. Лучше быть целым, чем правым. Так, правила 3D, уже классно. Все знают, дай дураку дорогу, это известная фраза, уже достаточно распространенная. Вот. Формулировка, которая... озвучено ранее, я ее использую. Лучше быть целым, чем правым. Да я знаю, как нужно. Лучше тебя, тебя, тебя. Мне за это деньги платят. Но в любом случае я не буду учить каждого на дороге. Может, человек действительно торопится, вы понимаете. Мы же не знаем, что у него случилось, почему он так поступает. Иногда действительно комфортней и профессиональней пропустить и уступить. Еще я своим ребятам всегда говорю, что пропустит сильнейший, вау, который в себе уверен. Ось такі геніальні слова сказала керівниця автошколи Ірина Мущинська. Ми ще раз вам дякуємо і хочемо сказати, що з сьогоднішнього дня, так як вже сніг випав, будьте більш обережнішими на дорозі. Знаєте, що все ж таки швидкість, краще їхати повільніше, аніж поїхати швидше на той світ в гіршому випадку. Вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо вас дивувати якісним та корисним контентом. Просто будьте разом з нами. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а ми і надалі будемо вас радувати корисною та актуальною інформацією.